Администрации Десногорска определен состав рабочей группы и намечен план мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития Десногорска на срок до 2030 года. 25 января прошло первое заседание. На нем присутствовали специалисты экономических, финансовых, имущественных, земельных комитетов, а также культуры и образования, депутаты городского совета, представители предпринимательства города и общественных организаций. Основным докладчиком был заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков. Он представил рабочей группе презентацию, в которой приведен анализ экономического и социального состояния нашего города, и предложил включить в стратегию три раздела, основанных на анализе и оценке потенциала экономики города, определить цели, показатели, направления и приоритеты развития, и разбить стратегию на два этапа. Все отметили, что стратегия должна быть реалистичной и учитывать бюджетную политику муниципалитета. Глава города Андрей Шубин отметил низкую активность малого и среднего предпринимательства Десногорска, при том, что администрация открыта для диалога с предпринимателями при разработке долгосрочной стратегии, считает необходимым учесть их мнение и предложения. В свою очередь, предприниматель Олег Каравашкин отметил, что администрация Десногорска открыта для диалога, и на его обращение было оказано должное внимание. На личной встрече глава Андрей Шубин изучил его проект и нашел его интересным для применения в Десногорске. Рабочая группа оценила инвестиционный потенциал Десногорска и отметила среди положительных сторон наличие свободных земельных участков, близость федеральной трассы, высокий уровень образования жителей, наличие молодых кадров. Все эти показатели должны повлиять на привлечение инвесторов в наш город. До 1 июля 2018 года необходимо разработать стратегию, пройти общественное обсуждение и утвердить на сессию горсовета. Губернатором Смоленской области установлен срок разработки стратегии до 31 октября 2018 года.